OMTV.ua Пром найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Когда фашисты пришли к власти, помимо конкордата с католической церковью, ведь были разорваны после революции отношения с церковью, первым после конкордата был ввод 175 статьи в уголовный кодекс как раз за мужеловство. Для чего это было сделано? Для войны. Потому что необходимы были дети, необходимы были те, кто отвоевывают жизненное пространство для немцев. Это доктрина фюрера. Но вообще-то это уже абсурд. Культура конца 20 века, начала 21-го, она все-таки предполагает очень большую лояльность по отношению к однополой любви. Но это все постепенно, и никто не сказал, что мы вновь не вернемся к чему-то иному, когда нам понадобятся вновь дети для какой-нибудь большой войны. Близкая параллель к тому, что произошло с Германией в результате Версальского мира, поражения в Первой мировой, это то, что произошло с Россией в результате распада Советского Союза. Нацистское государство. Юрий Ярым-Агаев об идеологии Путина. Сразу оговорю, что использую слово «нацизм» не как брань, как это нынче делают многие, а в его точном значении. Нацизм – это сокращение от национал-социализма, режима, который был у власти в гитлеровской Германии и который сейчас правит Россией. Советские избегали слова «нацизм», а тем более его развернутой формы «национал-социализм», ибо второе слово звучало очень родным. Они предпочитали неправильный для Германии термин «фашизм» и говорили о немецко-фашистских захватчиках. А знаменитый фильм Михаила Ромма, изобличавший гитлеровский режим, называется «Обыкновенный фашизм». Но и при отсутствии в названии слова «социализм» зрители увидели в фильме большое сходство между гитлеровским и сталинским режимом. Чтобы объяснить это сходство, важно уточнить определение нацизма, введя в него ключевое слово «тоталитарный». Одна страна, один президент, одна победа. Нацизм – это национальный тоталитарный социализм. Россиянам больше знакомо интернациональный тоталитарный социализм, или попросту коммунизм, который правил ими почти 75 лет и до сих пор полностью не выветрился. Появилась и третья форма – религиозный тоталитарный социализм, который сейчас правит в Иране. Главное во всех этих режимах – тоталитаризм. Различие в первом определителе – национальный, интернациональный или религиозный, наименее важно. Все эти режимы родственны и обычно дружественны. Это сейчас хорошо видно в объединении России, Китая, Ирана и Северной Кореи против ненавистной им демократии. Также в свое время объединились против того же общего врага Гитлер со Сталиным и вместе начали против него Вторую мировую войну. Когда это в наших интересах, все можно делать. Если это нам выгодно. Из трех форм тоталитаризма новый путинский режим положил в свою основу именно национальный тоталитарный социализм, или попросту нацизм. Чтобы в этом убедиться, необходимо и достаточно установить, что все три главные его составляющие – национализм, тоталитаризм и социализм – доминируют в российской политической системе. Что касается социализма, то Россия унаследовала его от советского коммунизма и никогда с ним не расставалась. Это как бы естественно. Социализм, в отличие от коммунизма, не требует полной отмены частной собственности и рыночной экономики. Его определяют всеобщая медицина, образование и очень высокие налоги, необходимые для их обеспечения. Все это в России есть. Наличие же там миллионеров и рыночного сектора, как и в Швеции и других европейских социал-демократиях, никак не противоречит тому, что все эти страны являются социалистическими. При существующем социализме для установления нацизма необходимо еще обеспечить его главную часть – национальный тоталитаризм. К тоталитаризму Россия возвращалась длинным и витиеватым путем. За последние 30 лет она сменила 7 политико-экономических систем. Отказавшись от коммунизма, она перешла к демократии. Но ненадолго. Вскоре она перешла уже к третьей системе,
системе ельцинской автократии. При ослаблении власти Ельцина в течение тех же 90-х она перешла к четвертой системе олигархии, прозванной в России семибоярщиной. 2000-е годы начинаются с перехода к пятой системе – хунте КГБ. Причем Путин, несмотря на его пост, вначале являлся лишь одним из членов группы. А что же случилось? Хунта подавляет зачатки российской свободы, устанавливая так называемую управляемую демократию. Постепенно Путин подтягивает бразды правления и становится единоличным диктатором. Происходит переход к шестому режиму, снова автократии, теперь уже путинской, которая называет себя вертикалью власти. Думаете, россияне еще долго будут все это терпеть? Я думаю, да. Нас так воспитали, я сама родилась при Путине и, по-моему, умру при Путине такими темпами. Автократии нуждаются в поддержке народа, что Путину удается обеспечить за счет выручки от дорогой нефти, роста экономики, освобожденной от коммунизма, и порядком, возникшим после окончания беспредела. Хотя никаких его личных заслуг во всем этом не было, все это шло в его копилку и поддерживало его власть. Постепенно, однако, рост благосостояния застопорился. Демократические процессы внутри страны, особенно вокруг, расширялись, и рейтинг Путина начал падать. Я хочу какать, быстренько покакать. Он понимал, что для сохранения своей власти должен принять какие-то меры. Какие именно? Подсказал ему Крым. Путин пошел на его захват не столько ради реализации имперских амбиций, сколько потому, что считал совершенно необходимым затормозить украинскую демократическую революцию и не дать ей выплеснуться на российскую территорию. И российский народ никогда не позволит устроить Майдан у себя! Но тут он получил неожиданный бонус. Крымнашистская эйфория, последовавшая в результате аннексии полуострова, резко подняла его популярность. И он решил, что для сохранения власти ему нужна идеология. Этим решением он поставил Россию на путь тоталитаризма, ибо принявший идеологию, авторитаризм становится тоталитаризмом. Совершив круг, пройдя через все метаморфозы, Россия возвратилась к разбитому корыту советского тоталитаризма, от которого остались одни щепки. Ощущение, что вообще какая-то машина времени переносит нас в самые страшные годы. Для того, чтобы их снова собрать, нужны были скрепы, новая правящая идеология. Путин идеологии не любил, и в начале своего правления он от нее всячески отмежевывался. Нам этого не нужно. Он подчеркивал, что он и другие КГБшники – государственники, а не идеологи, а Компартия была для них лишь обузой. Он даже перелицевал всю советскую историю, переквалифицировав в менеджеров главных коммунистов Сталина и Андропова. И Сталин лучший менеджер 20-го века. Однако, когда припекло, пришлось снова призывать идеологию и самому становиться идеологом. Но где было ее взять, эту идеологию, когда ничего наготове не было? Большевики пришли к власти под знаменем коммунизма. Также и Гитлер уже с готовой нацистской идеологией. Но никакого идеологического знамени в тот момент над Кремлем не развивалось. Ничего здесь с этим не поделаешь. Нужно было либо снова поднимать знамя коммунизма, либо срочно находить что-то новое. Какие-то атрибуты коммунистической идеологии Путин восстановил вскоре после прихода к власти. Снова появились серп и молот и советский гимн. Был поднят на щит многолетний глава мирового коммунизма Иосиф Сталин. Но снова поставить коммунизм во главе нового тоталитарного режима было несподручно. Все-таки он совсем недавно был отвергнут большей частью россиян. Нужна была более русская, национальная идеология. У нас одна идеология – русский мир.
Национальные идеи в постсоветской России расцвели и приумножились. Их спектр был широк, но доминировали различные формы тоталитарного национализма. Типичным и наиболее известным творением был «Русский мир». До поры до времени разработка этих идеологических прототипов происходила вне правительства, и Путин их не очень замечал. Но когда дело дошло до выбора необходимой идеологии, он начал склоняться не к отработавшему себя коммунизму, а к национальному тоталитаризму и стал использовать основные элементы русского мира и других подобных разработок. Вот, ну... Он сам начал совершать экскурсы в историю и стал возвеличивать Ивана Грозного и Петра Первого. Путин начал разглагольствовать о каких-то русских традициях и ценностях и противопоставлять их неким западным. Не случайно домострой восстанавливается. Все, что связано с отношениями в семье, противостоянием домашнему насилию, с консервативными так называемыми ценностями. Это допетровская эпоха. Это было всегда. Это традиция. Он ясно указал, что из всех тоталитарных идеологий склоняется к выбору национальной, то есть идеологии нацизма. Да, да. Свой выбор нацизма как государственной идеологии Путин подтвердил избранием своим идейным вдохновителем Ивана Ильина, русского философа, известного своей близостью к нацизму. Причем она проявлялась не только в его писаниях, но и в его почитании Гитлера и Геббельса. Давайте пойдем дальше. У последнего Ильин прямо служил в его министерстве пропаганды. Путин лично добился перевоза праха Ильина из Швейцарии и присутствовал на его захоронении в Москве. Он не раз называл его своим любимым философом, часто ссылался на него и повелел тоже делать своим подчиненным. Там Иван Ильин только. Ну, я читаю Ильина, да, читаю до сих пор. У меня... Книжка лежит там на полочке, и время от времени снимаю, читаю. Правящая идеология – это не просто символика или орудие пропаганды. Она требует от властей конкретных действий, которые им жестко предписывают. Требованиями тоталитаризма являются идеологическая нетерпимость, агрессивность и экспансионизм. Отличие тоталитаризма от авторитаризма еще и в том, что его контроль распространяется не только на политику, но на все сферы жизни – культуру, науку, экономику, религию и даже частную жизнь. Нетерпимость к любому мнению, которое направлено против политики государства, ведущего войну с Западом. Это мы внутри должны понимать. То есть, чтобы по улицам, когда кто-либо ходит, никто бы не кричал, а путиноиды или еще что-то. Этого не может быть, потому что это опасно. За это можно и нужно сесть. И там потом за пошивом варежек думать, как родину надо любить. Вот я сейчас понимаю, что все на меня говорят, но по-другому у нас не получится. Потому что власть в России сакральна. Надо настраиваться на войну. И в этом нет ничего страшного, потому что война – ужасная штука, которая ведет к омоложению организма, как и роды. Наконец, для установления тоталитаризма важно сделать страну максимально закрытой. Шаги во всех этих направлениях из-под воли производились давно, но в последнее время все это запущено на полную катушку. Россия для русских! Превосходство российской нации объявлено. Идеологическая война с Западом в полном цвете. Военная экспансия против Украины не прекращается. Тотальный контроль и репрессии внутри страны, ее изоляция от внешнего мира усиливаются с каждым днем. Государственный контроль над экономикой расширяется. Все три столпа нацизма – национализм, тоталитаризм и социализм – воздвигнуты. Переход России от авторитаризма к тоталитаризму, путинского фашизма к путинскому нацизму осуществлен. Россия окончательно утвердила себя как нацистское государство. До сих пор единственной реализацией нацизма был гитлеризм. Думаю, что следующий будет Путин. Поэтому некоторые полагают, что любой нацистский режим означает превосходство арийской расы и еврейский геноцид. Но российский нацизм не должен быть калькой с немецкого.
так же как китайский коммунизм, не должен быть точной копией советского. Главное, чтобы были реализованы основные принципы идеологии. А вместо превосходства германской нации может утверждаться превосходство российской. То же самое, еще хуже. А в качестве недочеловеков, обреченных на заклание, могут быть выбраны вместо евреев украинцы. Почему бы вот действительно вот не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой в степи, вот, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить. 2 миллиона человек должны были либо уехать с Украины, либо должны быть денацифицированы, то есть быть уничтожены. Про Украину, как про государство, надо забыть. При этом путинский нацизм, будучи вторичным по отношению к гитлеровскому, перенял у него и много конкретных элементов, таких как почвенничество, Blut und Boden, завоевание гегемонии железом и кровью, Blut und Eisen, расширение жизненного пространства, Lebensraum, штурмовые отряды Z, культ сильного тела, персонифицируемый самим президентом, и очищение нации под давлением сексуальных меньшинств. Барби с рынка вместе с этим компанией Mattel надо убирать, потому что они заводят сюда тему ЛГБТ. Установление нацизма в России, наверное, самое большое достижение Путина. После разгрома гитлеровского режима ему, казалось бы, уже не осталось места на земле. Небольшие группы неонацистов не только не имели шансов прийти к власти, но даже как-то на нее влиять не могли. И вот Путин снова сумел привести нацизм к власти, причем в одной из главных ядерных держав. Россия! А город какой? Москва. В этом смысле Россия уникальна, и гордость великороссов может быть удовлетворена. Мы с вами нацисты. Мы расисты, русня. Но сам Путин своим достижением не кичится и даже застенчиво его скрывает. Он для этого пользуется избитым приемом. «Держи вора», объясняя агрессию России, единственного нацистского государства, борьбой с нацистами в Украине, которых там, в отличие от России, отыскать намного труднее. Цивилизованные нацисты. Он даже в начале войны провел большой антинацистский митинг, но на воре шапка горит. Все действия российских властей, все ее преступления однозначно указывают на то, что Россия стала нацистским государством. Будущие фашисты будут называть себя антифашистами. После того, как Нюрнбергский трибунал приговорил нацизм к небытию, мир поклялся, что этого никогда не повторится, но своей клятвы не сдержал. Нацизм возродился, на этот раз в России, и повторяет преступление, которое раньше совершал Гитлер. Есть война, ту, которую вы развязали 24 февраля 2002 года. Напали на Украину, якобы защищая каких-то русских, которые не хотят вашей защиты. Также вы напали на Чехословакию много лет назад. Также вы приехали еще в другие города, в Грузию и куда и куда. И вы везде приезжаете с защитой, но только вы своих русских не защищаете в самой России. Не защищаете их, никак не защищаете. Вы боретесь с фашизмом, с нацизмом, которого нет. Вы Третий рейх во всем его проявлении. Вот то, что не сделал Гитлер, то продолжает ваш президент. Весь демократический мир несет ответственность за то, что это допустил, и ему надлежит исправить эту роковую ошибку. Если он не готов объединиться с Украиной в борьбе с путинским нацизмом, то должен хотя бы предоставить ей все необходимое для ее скорой победы. Нашей общей целью должно быть полное уничтожение российского нацизма. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием.
Глава МИДа России обратил внимание, что Запад поддерживает киевский режим в стремлении истребить всех русских. Это следует из якобы мирного плана Зеленского, а именно из призыва вернуть Украину в границы 91 года.